26 психологических фактов, о которых вы не знали. В повседневной жизни вам может пригодиться знание психологии общения. Вот список удивительных психологических фактов, которые помогут вам лучше узнать себя и окружающих вас людей. Факт под номером 20 – самый неожиданный. Номер 1. Дружба, завязавшаяся в возрасте от 16 до 28 лет, скорее всего, продлится всю жизнь. 2. Женщин больше привлекают мужчины с низким сиплым голосом, потому что они кажутся более спокойными и уверенными в себе. 3. Чем умнее человек, тем быстрее он думает и тем хуже его почерк. 4. Наши эмоции не влияют на то, как мы общаемся с другими людьми. На самом деле все наоборот. Общение влияет на наше настроение. 5. То, как человек ведет себя с обслуживающим персоналом, может многое о нем рассказать. 6. У людей с сильным чувством вины более развиты отзывчивость и сочувствие к окружающим. 7. Мужчины не смешнее женщин, просто они больше шутят и меньше заботятся о том, понравится ли другим их юмор. 8. Застенчивые люди мало говорят о себе, но когда говорят, их собеседник всегда чувствует, будто очень хорошо их знает. 9. У женского тела в два раза больше болевых рецепторов, но и болевой порог также в два раза выше. 10. Если слушать музыку с высокой частотой звука, вы почувствуете спокойствие, безмятежность и счастье. 11. Если ночью вы не можете спать из-за потока мыслей, запишите их в тетрадь. Это очистит ваш разум и даст возможность уснуть. 12. Сообщение «Доброе утро» и «Спокойной ночи» активирует часть мозга, которая отвечает за счастье. 13. Вы будете счастливее, если будете чаще делать то, чего боитесь. 14. В среднем время, на протяжении которого женщина может хранить секрет, 47 часов и 15 минут. 15. Люди, которые стараются всем угодить, чаще оказываются самыми одинокими. 16. Чем счастливее вы себя чувствуете, тем меньше вам нужно сна. 17. Когда вы держитесь за руку с вашим возлюбленным, вы меньше волнуетесь и чувствуете боль. 18. У умных людей меньше друзей, чем у среднестатистического человека. Чем вы умнее, тем более избирательным становитесь. 19. Брак с вашим лучшим другом снижает риск развода на 70%. Такой брак, скорее всего, продлится всю жизнь. 20. У людей, которые дают лучшие советы, обычно проблем больше всех. 21. У женщин с большинством друзей противоположного пола чаще хорошее настроение. 22. Люди, говорящие на нескольких языках, могут непроизвольно иметь несколько личностей, когда сменяют языки. 23. Быть одному слишком долго так же вредно для вашего здоровья, как курить 15 сигарет в день. 24. Путешествия благотворно влияют на ваш мозг и снижают риск инфаркта и депрессии. 25. Люди выглядят более привлекательными, когда говорят о том, что им действительно интересно. И номер 26. Когда два человека разговаривают, и один из собеседников слегка поворачивает одну стопу в противоположную сторону или часто трясет ногой в противоположном направлении, это знак несогласия. Какой из этих психологических фактов удивил вас больше всего? Поделитесь этим видео с теми, кто хочет узнать, как поладить с кем угодно. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на AdMe, если вы на нашем канале впервые.